10 июля в Новгородской крепости состоится военно-исторический фестиваль «Западный форпост». 9-10 июля на территории Ивангородской крепости будет проходить военно-исторический фестиваль «Западный форпост», организованный Государственным музеем «Крепость Ивангорода» и клубом «Рыцарский орден». Зрители и участники смогут окунуться в атмосферу Средневековья, понаблюдать за бугуртами, конными состязаниями, и даже все желающие смогут примерять доспехи. В этом году фестиваль ожидает более 100 участников. С самых разных городов России прибудут лучшие, храбрейшие и благороднейшие рыцари, которые будут участвовать в разнообразных состязаниях и выкажут всю мощь и силу доблестных своих дланей. Мы планируем порядка 100 участников всего заехавших на замок в Ивангороде. И, соответственно, будет 4 конника с конями, которые будут участвовать в программе в субботу, в программе воскресенья. Это две различные программы, но, в принципе, происходить они будут одинаково, да, то есть суббота и воскресенье – одинаковая программа. Участники очень рады, что они приедут в эту крепость Ивангородскую, потому что я спрашивал у ребят, они очень многие хотели всегда побывать в этом замечательном замке-крепости. И все очень ждут этого события 9-10 июля. Программа фестиваля будет одинакова и 9, и 10 июля, но в субботу вечером подготовлена отдельная вечерняя программа, где зрители смогут понаблюдать за средневековым театром, фаер-шоу, побывать на концерте менестрелей и группы, исполняющих средневековую музыку. Будут организованы торговые ряды, да, сувениры, безусловно, будут, каждый сможет увести частичку этого фестиваля с собой, соответственно, лавки и, например, какие-то состязания, лучные состязания будут, могу заверить, также можно будет прокатиться на коне, все, что у нас будет здесь, все это мы готовы предоставить и зрителям. Маленькие зрители тоже смогут почувствовать себя рыцарями. На фестивале для них подготовлена специальная программа. Они получат возможность поучаствовать в различных конкурсах, эстафетах, детских бугуртах, которые будут проходить не на металлическом оружии, как у взрослых, а на поролоновом или надувном, и покататься на настоящем рыцарском скакуне. Sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm, fass an. Sieben Tage lang, ja, schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen. Sieben Tage lang, ja, schaffen zusammen, nicht allein. Само мероприятие будет проводиться возле Восточной стены. Там будет организована сцена, и перед сценой и ристалище, где и будут сначала конные шибки, а после и пешие бои массовые, так называемые бугурты. Лагерь участников будет находиться уже непосредственно у Западной стены, ближе к Нарве. Зрители смогут пройти по стене, увидеть, как это все было организовано, смогут посмотреть своими глазами,
жизнь средневекового вот лагеря. Программа фестиваля предполагает много неожиданностей и приятных сюрпризов, но все они меркнут на фоне поединка, в котором столкнутся немецкие и французские рыцари. Рыцари смогут пройти различные конные упражнения на ловкость, на полном скаку поднять платок прекрасной дамы, ударить по сарацину и увернуться от ответного удара и прочие состязания. Только прошедшие все упражнения смогут принять участие в настоящем турнире в полный контакт. Турнир завершится красочным сражением пеших воинов. Впервые все желающие смогут принять активное участие в празднике и окунуться в атмосферу рыцарства, прокатиться на настоящем рыцарском скакуне, попробовать в руке оружие настоящих мужчин и примерить доспехи. Весь фестиваль будет работать традиционная ярмарка мастеров. Приглашаем вас на территорию Ивангородской крепости 9 и 10 июля, где будет проходить военно-исторический фестиваль «Западный форпост».